Нужно в регионе создать банк проектно-сметной документации, считает Станислав Воскресенский. И на это он готов выделять бюджетные деньги. Как это сделать, обсуждали на заседании регионального правительства. Первый транш выделения денег на проектную документацию на создание современных и комфортных мест в учреждениях социального обслуживания. Две точки на карте уже отмечены. Они расположены в Плёсе и Путишском районе. Там планируют открыть два корпуса на 100 мест. Также 670 миллионов рублей хотят потратить на корректировку ПСД очистных сооружений в кинешемском интернате «Малинки». Есть большая вероятность попасть в федеральную программу «Чистая Волга». Много где есть возможности взять средства для Ивановской области, но всегда правительство России требует готовое ПСД. У нас мы с вами во многие программы, откровенно говоря, просто не попали в моменты, когда могли. Поэтому эти затраты надо воспринимать, как к департаменту финансов обращаюсь, как инвестицию в будущее улучшение качества жизни в Ивановской области. Поэтому в этом году, вот мы говорили, что мы по ряду объектов такой банк ПСД должны фактически создать.